Радио 54. Песня называется «Жить в своей мечте». Надеемся, что все следуют этому прекрасному правилу. Поехали. Вот она, история нашей любви. А где-то там всю жизнь кружат корабли в созвездия. До умопомрачения стараются очерчивать путь по течению теплому. Идем закрыты глаза. А сколько же долгих ночей мы ждали этого дня. Вселенная внезапно открывается. Так важно просто не пропустить. Отправляемся жить своей мечте. И только прямо по курсу. Все так просто, почувствуй. Летим мы в космосе. И если встать на цыпочки, становишься чуть ближе к звезде. Становишься чуть ближе. Жить своей мечте. И только прямо по курсу. Все так просто, почувствуй. Летим мы в космосе. И если встать на цыпочки, становишься чуть ближе к звезде. Становишься чуть ближе. Пользуясь случаем, хотим поздравить всех с Новым годом, с этими прекрасными праздниками. И мы очень-очень рады приезжать домой на новогодние каникулы. Вот она, история нашей любви. А где-то там всю жизнь кружат корабли, созвездия до умопомрачения стараются очерчивать путь по течению теплому. Идем закрыты глаза. А сколько же долгих ночей мы ждали этого дня. Вселенная внезапно открывается. Так важно просто не пропустить. Отправляемся жить своей мечте. И только прямо по курсу. Все так просто, почувствуй. Летим мы в космосе. И если встать на цыпочки, становишься чуть ближе. Жить своей мечте. И только прямо по курсу. Все так просто, почувствуй. Летим мы в космосе. И если встать на цыпочки, становишься чуть ближе к звезде. Становишься чуть ближе. Недавно после концерта в Кемерово я лег спать, и был мне сон. Во сне там были прекрасные артисты. Кобзон, Александр Розенбаум, Антон Беляев из группы Термейтс и целый зал известных людей. И все они пришли послушать песню новосибирских ребят группы Шапито. Да. И они говорят: давай, пой. Виталий в этот момент встает почему-то и уходит, подходит к окну и выкидывает гитару в окно. Говорит: я не буду этого делать. Я остаюсь один и говорю: нет, нет, я тогда спою. Я начинаю петь, у меня никак не получается спеть. Они уже начинают между собой там играть в нарды, в шахматы, разговаривать. Ну, они же все знакомы. Говорит: мальчик, ну спой уже, а. Вот, я начинаю петь, и каждый раз у меня не получается. Это очень долгий сон. И потом Иосиф Давыдович Кобзон, кого мы безмерно уважаем и
светлая ему память. Подходит, говорит: Юр, ну смотри, приносит, он говорит, этот микрофон самый лучший, мы все известные артисты, записываемся только в него, пой. Ставит передо мной этот микрофон. Это, говорит, мой гитарист, он тебе подыграет. Я говорю, спасибо, и начинаю петь, у меня ничего не получается. Вот такой веселый сон. Спасибо. Я в поту проснулся в холодном. Как тебе человек обратно в Москву провожать? Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.